здорово. В общем, зарегистрировался на гонку, на вертикальную. 60 этажей пешком. Вон там за моей спиной люди номера получают. Я свой уже получил. Буду готовиться на завтра. Один день для подготовки. Здорово. Итак. Это номер мой стартовый на забег Пик. Пик. Далее, что у нас? Какая-то скидка. Еще какая-то скидка. Еще какая-то скидка. Макулатура. И вот такая футболочка. Наконец-то зарегился на гонку. Она будет последней в этом беговом сезоне. И попробую коллекцию моих медалек за этот год. Вот этот день настал. Сейчас через 40 минут мне уже нужно будет бежать пешком 60 этажей. Бежать как птица, в данном случае гусь какой-то. Бегу в первой волне, где все профики, ну, большая их часть. Там прошел чувак, который Spartan Race и выигрывает вообще по всему миру. Да, будет интересно. Прикольно, чтобы на лестнице не было толпы. Всех запускают с интервалом 10-15 секунд. Бежать. О, вот сейчас началось. Еще половина. В общем, что тут у нас? 8 минут пока. Иду. Уже бежать это нереально просто. На этаже третьем. Устал. На четвертом этаже забились ноги и тупо отказывались идти. Еще 20 этажей. Мне кажется, по времени я буду идти дольше, чем прошел эти 40. Любая попытка ускориться, перейти на бег, абсолютно бесполезна и только вредит. Потому что устаешь жестко просто. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И травинка, и лесок. Оля, каждый голосок.
Речка, небо голубое. Это все мое родное. Это родина моя. Всех люблю на свете. Я. Последние пару этажей. Уже слышу музыку. Пересадку. Но здесь есть крутяцкий холл. Можно вот так вот присесть. О. И офигеть, как здесь круто. Вон видно Кувейтские башни. И вот, блин, вот такой вот центр в Кувейте. Итак, ребята, немножко статистики. Время 17, ну почти 18 минут. Далее, показало 75 этажей. Не знаю, как оно посчитало. Калорий всего лишь 276. 276, тут чуть не сдох. Средний пульс 180. 180, но это высоковато, красная зона. Поэтому вот так вот. Такой вот финал. Очень классно, классно.